Статус – це те, як тебе сприймають. Статус – це 21 міжнародна нагорода. Статус – це успіх. Стать чемпионом мира? Я думаю, этот вопрос беспокоит очень многих, причем в любом виде спорта. Кто-то, наверное, не становится им никогда, хотя мечтает всю жизнь. Кто-то очень близок, кто-то может сделать что-то более совершенное, приложить больше усилий и все равно не достигнет результат, что-то ему не хватит для того, чтобы стать первым. И потом уже никто не вспомнит, что это, да, это была сильная команда, да, это был сильный спортсмен, но он там два или три раза был вторым, но ни разу не стал первым. Я не знаю, как это называется. И не знаю, что здесь самое главное, самое последнее. Но факт остается фактом. Сборная Украины три раза стала чемпионом мира. Я не присутствовал при том, когда Украина стала впервые чемпионом мира. Это было в Казахстане. Со сборной я с 2012 года. Как раз когда в Херсоне, в Украине, в дельте Днепра проходил чемпионат мира. И тогда Украина уже во второй раз стала чемпионом мира. И спустя два года мы смогли это сделать третий раз. Конечно же, это фантастика. Никто даже, ну никто, я сам в 2012 году весной не мог этого представить и мечтать о том, чтобы в 2014 году я сидел здесь перед камерой и говорил о том, что Украина трехкратный чемпион мира. Я просто тогда мечтал о том, чтобы мы попытались стать чемпионом мира на своей родной земле, в Херсоне, так как это наш водоем, и мы обязаны, весь рыболовный мир Украины ждал этого и требовал, можно сказать. И тогда, занявшись этим вопросом, я только мечтал об этом. И вот прошло два года, все поменялось, все свершилось, и мы все понимаем, что все возможно. Можно стать вторым, можно стать шестым, как мы стали в Ирландии, а можно стать трехкратными чемпионами мира. Ну как, переживаете? Ну а как? Всегда готов. Двукратный. А ты пионер. А ты? Да. Я двукратный пионер. Для меня все три чемпионата кардинально отличались друг от друга. Ну, то есть общие задачи на тренировках, они, в принципе, были одинаковые. То есть это изучение акватории, поиск рыбы, выбор той рыбы, именно вида рыбы, на котором будет делаться результат. Это, конечно, были общие задачи. Но по
рыбе, которую ловили, по самим водоемам, по способам лова, они кардинально отличались друг от друга. В Казахстане выбор сборной пал на берша, то есть это стайная рыба, нужно было найти наибольшую концентрацию этой рыбы, и в принципе наш экипаж ловил, не сходя с якоря все время тура. Рыбалка была темповая, нужно было максимально организовать свою работу, чтобы не было лишних движений, снасти были подготовлены, продублированы, в случае, если там какой-то спиннинг, что-то случилось, там запутался шнур, там, ну, оборвалась приманка, чтобы без задержки можно было взять другую снасть и продолжать темпово набирать результат. В Украине рыбалка делалась по щуке. Это была рыбалка больше по краям, по краям травяных поливов, по самим поливам. Это была, в принципе, в большей степени для нашей сборной твичевая рыбалка, ну, для нашего с Андреем экипажа. То есть и на глубинах порядка от 2,5 до 4,5 метров, с частой сменой якорей и перемещения по акватории. То есть сбор активной щуки. Вот. В принципе, это традиционная наша рыбалка, наиболее нам знакомая. Во Франции мы столкнулись вообще с кардинально для нас незнакомыми условиями. Хотя при подготовке, вот то, что те видеоматериалы, которые мы осматривали, прозрачность воды, растительность водоема очень напоминала многие крымские водохранилища, и казалось, что проблем не возникнет с ловом рыбы. То есть рыба, как обычно, будет там 5-6 метров над травой или в самой траве. И мы думали, что будем ловить ее традиционно нашими привычными способами. Приехав на тренировку, действительно, рыба в таких местах оказалась в большом количестве, ловилась активно, но, к сожалению, она практически вся была незачетная, не дотягивала несколько сантиметров. То есть то количество пойманной рыбы не давало результата сборной абсолютно. И была проделана достаточно серьезная работа, вплоть до того, что наблюдение за соперниками, прежде всего французскими спортсменами, местными жителями, изучение их специфики лова. И в результате этого были подобраны проводки, приманки, которые позволили показать нашей сборной достойный результат. То есть все три чемпионата были по рыбалке очень сильно разные. Mm-hmm. Все, ясно. Готово дело. Окей. Good job. Когда мы заявились во Францию, мы определили одно, что нам нужна тренировка, нам нужно поехать обязательно на этот водоем и потренироваться, изучить его, чтобы узнать вообще, что там будет происходить. Потому что каждая страна, каждый регион, каждая география, это везде все по-разному. И поэтому, чтобы достичь успеха на незнакомом водоеме, нужно, конечно же, обязательно его изучить. В этом один из немногих, но известных секретов подготовки любой сборной, которая хочет добиться результата на чемпионате мира. Поэтому, благодаря тому, что у нас были спонсоры, у нас была хорошая организация процесса в самой федерации, и мы смогли собрать деньги. Благодаря тому, что еще чемпионат мира в Херсоне дал нам какие-то ресурсы, мы смогли организовать тренировочную поездку, очень дорогостоящую, во Францию на тренировку. Дорогостоящую, в принципе, потому что там очень дорогие лодки. Мы еще за время чемпионата мира, наверное, самые дорогие, мы не сталкивались ни разу с ценой 250 евро в день за аренду одной лодки для двух человек. Если перевести это на текущий курс, то это вообще, конечно, баснословная сумма. Но, в общем, таковы реалии французской жизни. Я скажу вам, что это действительно такие цены. Мы их видели в прайс-листе, потому что у многих были подозрения, что это только для нас, или, так сказать, только для участников чемпионата мира. Ничего подобного. Это действительно так.
тренировка была спланирована и была осуществлена, ну, в принципе, все было по плану. Мы все, что хотели, все сделали и в организационном процессе, и в тренировочном, кроме уверенности в том, что мы можем выиграть здесь чемпионат мира. Даже несмотря на то, что в нашей сборной есть очень опытные спортсмены, которые были в Казахстане на многих водоемах, но этот водоем был совершенно уникален тем, что там были очень большие глубины, до 160-180 метров. Это озеро ледникового происхождения, находящееся в горах, с невероятным пейзажем, с красотой, со всем чем угодно, с прозрачной водой, с морем отдыхающих на этом озере. Мы когда туда приехали, там спортсменов практически не было. Но отдыхающих вокруг и людей, то есть там ничего не говорило о том, что там может быть чемпионат мира. Это курорт, находящийся на восточной части Франции, куда приезжают люди на выходные, берут на прокат либо катера, либо кайты, либо велосипеды водные, либо каяки. В общем, всевозможные водные виды развлечения там присутствуют. И это все озеро кишит просто отдыхающими. В понедельник, ровно как по часам, жизнь затихает, там становится спокойно. Слава богу, нам посчастливилось побывать там и в выходные, и в будние дни. Вот. И там уже оставались только там какие-то рыбаки и какие-то местные, наверное, отдыхающие, которые уже не так сильно мешали нам для тренировки. Очень поразила Франция, очень понравилась. Я скажу так, что как пейзажами и своей красотой мне до этого больше всего понравилась Италия. Но во Франции, конечно, больше порядка. Все гораздо культурнее, все гораздо чище. То есть, это другой уровень. Очень все хорошо. Но для меня эта Франция показалась как будто жизнь на другой планете. И люди очень счастливые, очень хорошо выглядят, очень хорошо себя чувствуют. Это видно просто по их общению, по их обращению к тебе, по их улыбкам, взглядом просто на обычные вещи, на окружающие. Поэтому, конечно, виват Франция. Очень хорошо. Я очень бы хотел, чтобы когда-либо, наверное, может быть, наши дети были бы в такой стране, как Франция. Выехать на тренировку получилось представителям всех экипажей, что позволяло в будущем надеяться на хороший результат. Задача ставилась изучение водоема, обнаружение максимальной концентрации зачетной рыбы. И на это у нас было 4 полных дня по 8 часов. То есть мы могли провести 4 полноценные тренировки на водоеме. Плавсредства, взятые в аренду, были оснащены средствами навигации нашими, которые мы привезли. И, в принципе, что позволяло достаточно качественно изучить акваторию. Первый день экипажи были размещены в разные части водоема для ознакомления. После первого дня тренировки, получив некоторое представление о водоеме, нам даже удалось поймать некоторое количество рыбы и обнаружить ее места наибольшей концентрации. Второй день также занимались практически, выполняли те же задачи, но результаты наши были более скромными, потому что мы провели тренировку на глубоких местах, обследовали глубоководные свалы. Третий день тренировки был посвящен обработке поливов с пологими бровками с 5 на 9-12 метров. Вот. Именно обработка этих мест дала наиболее положительные результаты. Здесь была наибольшая концентрация щуки, поклевок, пойманной рыбы. Рыба уже максимально приближалась к зачетному размеру. И также были пойманы первые наши зачетные экземпляры, что вселило, так сказать, некоторую долю уверенности в правильность наших действий. Четвертый день тренировки мы обрабатывали, опять же, закрепляли полученный результат третьего дня.
результаты были опять же более скромные. И по результатам 4-дневной тренировки, несмотря на то, что сборная достаточно качественно изучила саму акваторию проведения чемпионата и даже нашла рыбу, но по зачетной рыбе оставалась масса вопросов. Потому как рыба отзывалась на многие виды приманок, на разных оснастках, что не давало нам ответа, чем же мы будем заниматься в итоге в самом туре. Ну, понимаешь, поклевки вверху. Да, все равно над самим дном рисуют. Рисуют над дном. Вот это вот не сходится. Это не сходится. Но у нас поклевки же мелочи. Вверху. Ну да. Ну, у нас еще оставалось 2 дня официальной тренировки перед чемпионатом мира, и на который мы возлагали особые надежды. Успех – це те, як тебе сприймають. В итоге мы отправились на этот чемпионат мира во Францию, уже имея за плечами 5 дней тренировки предварительной, которая нам кое-что подсказала, но больше задала вопросов, чем ответов. И отправились мы туда, можно сказать, по счастливой случайности, а можно сказать, закономерно, наверное, практически в том же составе, в котором сборная Украины добыла 2 золотые медали в своей истории, когда это чемпионат мира был в Херсоне. Это Корзенков Дмитрий, Мельник Андрей, город Киев. Это Красовский Андрей и Демитко Олег, город Ялта. И только лишь поменялись запасные у нас. Вместо Полякова Владимира и Лисицы Алексея сейчас были Маки Андрей и Маки Сергей. Это отец и сын. Вместе с ними, конечно же, был я и мой друг и напарник по лодке во всех внутренних чемпионатах Зелинский Юрий. Здесь он был просто как соратник, как член делегации и, как он любит говорить, техническая поддержка 24 часа в сутки. Благодаря поездке на тренировку во Франции мы, конечно, сделали выводы по организации и на сам чемпионат мира. Мы не стали селиться в отель официальный, который предлагали организаторы, и выбрали отель сами. Ну, заказали через интернет, нашли. Он был гораздо дешевле. Ну, во-первых, по причине, конечно, финансов, потому что, ну, бюджет поездки, учитывая лодки, очень большой был бы на этот чемпионат мира. И мы просто могли бы его не потянуть. Пришлось бы спортсменам доплачивать бы самим деньги. Что касается официальной тренировки, мы приехали на сам чемпионат. И, ну, естественно, мы вечером перед, накануне тренировки обсудили подробно очень планы, кто куда пойдет, чем каждая лодка будет заниматься, какие варианты отрабатывать. Распределили найденные нами интересные зоны как бы на все 3 лодки. Также там договорились по приманкам, по проводкам. Ну, то есть все четко как бы запланировали. И положенные 6 часов как бы отработали четко в этом режиме. Значит, что мы пробовали на этой тренировке? После нашего предварительного выезда у нас сложилось впечатление, что как бы на этом озере должны работать более крупные приманки, чем мы пробовали использовать на предварительной тренировке. Поэтому мы привезли как бы шеды, такие виброхвосты там по 15-17 сантиметров с собой, и как бы хотели их попробовать, потому что местные гиды все как бы нам настоятельно рекомендовали вот именно использовать крупные приманки. Это первое, что мы пробовали на вот официальной тренировке в первый день. И мы также пробовали вариант ловли, опять-таки, который нам тоже советовали все гиды.
И вообще мы видели, что все местные рыболовы как бы так ловят. То есть мы становились якорем на 20 метров и бросали в сторону более, ну, недалеко от бровки мы вставали и бросали там на глубину 5-6 метров и стягивали приманку, как бы, ну, джиговая проводка, стягивали приманку ближе к лодке. Ну и в принципе, что крупные приманки, что эта проводка абсолютно не сработали, то есть нам как бы за первый день не удалось не поймать ни одной зачетной щуки. Настроение у нас было хуже некуда. Казалось, что все наши наработки оказались абсолютно бесполезными и все надо начинать с нуля. Рыбу не поймали, крупные приманки не работают, французская проводка не работает. Только экипаж Сергея Макия и Андрея Макия, они поймали там 3 или 4 щучки, но близких к зачетному размеру, но все равно не зачетных. Поэтому мы, в принципе, на второй тур запланировали первое, что это вернуться к нашим стандартным приманкам, то есть более мелким. Второе, это оснастить обязательно приманки брюшным тройником, потому что, по нашим наблюдениям, щука атаковала приманку всегда снизу, и в основном у нас все поклевки были за нижнюю часть. И когда приманка стандартно была оснащена джиговой головкой, либо там тройником в спине, то большая часть поклевок как бы оставалась безнаказанной. И только когда мы начали ставить брюшной тройник, то есть реализация вышла на кардинально новый уровень. С нами на тренировку во второй день пошел Олег Коноваленко. То есть, в принципе, разрешалось тренеру там или капитану садиться в лодку к спортсменам, то есть, ну, просто нельзя ловить ему было, но он мог как бы наблюдать, там, в бинокль наблюдать, какие-то подсказки, там, советы. И мы, в принципе, поплыли опять на свою бровку, то есть та, которая сработала у нас на вот, когда на первом нашем выезде, потому что, в принципе, мы там поймали больше всего зачетных щук. Это был как бы факт, что место самое интересное. И мы поплыли туда и решили как бы заниматься этим местом, все-таки пытаться там поймать зачетку. И постепенно смещались по бровке, пробовали разные проводки. И вот на одном из якорей клюнула щука в толще воды. То есть, ну, мы и до этого ловили щук в толще воды, но все-таки мы в основном работали вдоль бровки обычно. А эту щуку удалось поймать при забросе перпендикулярно бровке, то есть в глубину. Фактически она клюнула примерно над глубиной 14 метров. И примерно в 3 метрах от дна. То есть щука была уверенно зачетная, то есть там сантиметров 60, при зачетном размере у нас 50. Поэтому было понятно, что зачетная щука стоит на больших глубинах. Мы это подозревали и ранее, но как бы поймать на такой глубине ничего не удавалось. Значит, как только поймали эту щуку, мы сразу обзвонили две другие лодки. То есть, что очень хорошо, благодаря, опять-таки, Юре Зелинскому, Олегу Коноваленко, удалось как бы обеспечить все наши лодки телефонными карточками местными. И у нас была оперативная связь, то есть без проблем, как бы, потому что с рациями там бывают проблемы, если бы у нас были рации. А вот телефонные карточки — это самый лучший выход получился в данной ситуации. То есть мы оперативно там между собой связывались и на тренировках, и в турах. То есть это было очень удобно. Буквально через полчаса после нашего звонка нам звонит Олег Демитко и как бы радостным голосом сообщает, что они поймали здоровенную щуку размером более 100 сантиметров, применив ту проводку, которую нам удалось подобрать. Это уже был успех, то есть подряд две зачетных щуки поймано там в течение, грубо говоря, 40 минут одним и тем же способом. Постепенно мы начали понимать, что именно такая проводка и такая постановка лодки может принести успех. Получив эту уверенность, за оставшийся час тренировки нам с Андреем удалось поймать еще две зачетных щуки. Одна из которых где-то была 75 сантиметров, то есть тоже крупный достаточно экземпляр, и который тоже придал уверенности, что крупная щука им стоит именно так, как мы это себе как бы поняли.
Этот секрет, который нам открылся до окончания официальной тренировки минут за 15, нам помог, в принципе, весь тур отыграть по нему. Работали мы весами 24 грамма, приманку ввели 3-4 метра от дна на равномерной проводке. В первый день наша двойка поймала 2 зачетных рыбы, было 2 схода и 3-4 поклевки нереализованных было. Во второй день мы уже были готовы, мы увидели результат свой. И во второй день мы провели уже более детально, облавливая зону более перспективную. И во второй день у нас уже было 3 результативных рыбы, 3 схода и 2 поклевки. Размер наших рыб во второй день был не так велик, но мы их поймали 3, и это нам позволило подняться в турнирной таблице еще выше. Мы сознательно первый день поставили 2 наших лодки в разных акваториях. Мы определили самые важные акватории для нас, где у нас лучше всего получалось. И в самую перспективную ушел Корзменков-Мельник. Вот. А во вторую, которая была, считалась наполовину перспективной, и нужно было выяснить, насколько это возможно или нет, потому что первый день там споймали бигфиш, как раз ялтинцы. 1.05 метра щуку, и там рядом с ними юаровцы ловили, то есть она очень была похожа на нашу первую акваторию, но мало было по ней информации, только одна лишь бигфиш, но мы решили рискнуть и решили разделить лодки, поставить одну на нашу отработанную акваторию, а Демидка Красовского там, где у них получилось на тренировку. Мы договорились о том, что каждый час мы созваниваемся и принимаем решение по ходу, как будет происходить у нас ловля. После первого часа у нас были нули. После концу второго часа Корзенков-Мельник позвонил мне Корзенков и говорит: мы одну споймали, одна есть. Я перезваниваю Демидка, у них ноль. Ни одной поклевки практически за 2 часа. Мы пообщались с Димой по поводу решения. Говорит, ну, принимаем решение, надо оставаться, надо ждать. Потому что, ну, как бы, одна поклевка это не показатель, нужно что-то более весомое. Потому что такая же одна поклевка могла произойти и у ялтинской двойки, если это бонусная метровая щука. И как показал второй день, это практически был первый результат. Поэтому мы решили ждать. После второго звонка уже Димы, когда он сказал, что у них уже вторая щука, а у ялтинцев ноль. Тут уже, конечно, нужно было принимать решение. Дима позвонил, говорит: решай, говорит, вот такая история. И в этот момент, конечно, для меня было очень сложно. Я находился сам в номере, я и так спокойно не мог ждать эти все звонки и все перипетии и думать об этом. Я вышел на балкон в нашем номере, где мы были, налил себе буквально 25 граммов кальвадоса, взял паузу на 3 минуты, понимая всю ответственность того, что как бы или решить остаться там, может быть один результат, перевести ребят туда, это может быть другой результат, в общем, от этого все зависит, это ключевое решение. Ну, скажу так, что, наверное, я даже не успел пригубить этот кальвадос, и я понял, что однозначно нужно ребят переводить, и нужно идти в ту акваторию, где мы отрабатывали, причем потому что там было место достаточно для 2 лодок, и можно было там отрабатывать, работать. Я позвонил Демидко, и Демидко сказал: да, понял, все, без вопросов. И в принципе так, и они переехали туда, там следующее подтверждение нашей командной работы мы получили. Корзенков словил еще одну рыбу, и после этого, видя, что у ялтинцев не залаживается, Дима уступает им место, освобождает точку. Они становятся на его точку и ловят практически сразу рыбу. Уходят от нуля, конечно, им уже легчает, они уже раскалываются руки, им уже становится легче.
И дальше уже продолжается ловля, и к финишу уже там 5-2 становится, что мы в результате приносит нам второе место в первый день. В первом туре мы решили ловить на найденном нами месте, на тренировке, на пологой бровке, которая, в принципе, тянулась где-то на протяжении там полукилометра. С самого утра клёва не было. Примерно где-то через минут 40 после начала удалось поймать первую рыбу. Она была достаточно крупной, 73 сантиметра. Потом мы поймали вторую щуку примерно через час. Созвонились с нашей второй двойкой, подтянули тоже ее к нам на нашу бровку, потому что их место как бы не сработало с утра. И уже двумя лодками продолжили работать на этой точке. Долго клёва не было, но потом в одном из мест удалось найти стаю малька, возле которой сначала мы поймали щуку, потом поменялись местами с нашей второй лодкой. Они поймали сразу же щуку, таким образом тоже ушли от нуля, то есть как бы для команды сделали очень хорошо. И потом в самом конце нам еще с Андреем удалось доловить две щуки за там, буквально 5-10 минут до конца. Они там были на грани засчета, но для как бы общего результата, конечно, очень как бы нам помогли. Также на последних минутах экипаж Димитко Красовский тоже взяли как бы щуку засчетную. Буквально на последнем забросе она нам тоже очень многое решила. Таким образом, в первом туре у нас с Андреем Мельником получилось как бы результат сделать 5 щук. Это, в принципе, 5 щук в этот день никто не поймал, ну, из других сборных. То есть максимальный результат после нас, по-моему, был 4 щуки у одной из французских двоек. Но, тем не менее, все равно нас по итогам первого дня в личном зачете обошел один из немецких экипажей, в зачете у которого была просто очень крупная щука. И по действующему подсчету считался не просто размер, а квадрат длины, то есть размер каждой рыбы возводился в квадрат, и эта величина уже записывалась в протокол. Таким образом увеличивалась роль как бы крупной рыбы в уловах. И вот немцы за счет крупной рыбы были в личном зачете первыми по итогам первого дня. Wasser 6-7 метров Tiefe, 10 секунд, bis man in Dreck legt, ja, im Kraut. Beim nächsten Wurf, eine Sekunde früher, klack. Und dann den Kopf schwer, den Köder dazu passend, ja, von der Größe, dass er schnell fällt. Abfallen lassen an der Kante. Und da stehen die Hechte. Und dann... Заброс в сторону мелководья, то есть где-то на глубину 6-7 метров. Считали, значит, сколько секунд падает джиг-головка, пока не упадет в траву. Значит, на следующем забросе мы начинали крутить на одну секунду раньше. То есть, если, например, она падала 10 секунд, то на 9 секунде мы начинали тянуть. Делали ступеньку, как бы одна ступенька, вторая ступенька, и когда приманка опускалась вот вниз свала, там стояли щуки, и они начинали. Все. Успех – це те, що ти обираєш. Во втором туре мы, в принципе, посовещались, решили ничего не менять в нашей тактике. Ловили на том же месте, что и в первом туре. У нашего экипажа второй тур складывался очень непросто, потому что с утра поймали две незасчетные щуки. Потом вообще клев прекратился. И мы, грубо говоря, где-то 3 часа плавали вообще без поклевок. То есть мы обходили все свои самые уловистые точки, вставали там под разными углами уже. Ну, естественно, мы там особо не экспериментировали, то есть делали то, что нужно, но как бы поклевок не было. При том, что вторая лодка уже поймала 2 щуки, мы понимали, что как бы место правильное, все правильно, но поклевок нету. И этот ноль как бы нам
очень сильно переживали мы, что не получится как бы поймать рыбу, но все-таки вот настойчивость наша и уверенность в месте принесла как бы результат. Клюнула хорошая щука, то есть 74 сантиметра, которая просто, ну, доставила массу эмоций нам. Мы там как бы очень бурно радовались, то есть, что удалось все-таки поймать эту хорошую щуку. Ну и потом уже как бы на этих приподнятых эмоциях начали как бы там грамотно перемещаться и поймали еще одну щуку. Таким образом, во втором туре получилось у нас две щуки. Но хочу сказать, что второй тур организаторы из-за грозы укоротили на один час. И этот час он был как бы самым продуктивным по нашим тренировкам, по первому туру. В этот час, естественно, мы бы что-то еще доловили, но как бы все участники прекратили ловить из-за грозы. Таким образом, у нас получился результат две щуки, а вторая наша лодка поймала три щуки. Что касается поимок крупных щук на чемпионате, к сожалению, нашей сборной не удалось поймать метровую рыбу там и более в самих турах. То есть у Олега с Андреем была щука отличная на тренировке, крупная. Но в туре, к сожалению, самая большая щука в нашей сборной 74 сантиметра была. Но у других сборных были успехи в этом плане. То есть чемпионы мира в личном зачете, это немецкий экипаж. У них была и в первый день щука порядка 100 сантиметров, и во второй день такая же щука. И самую крупную щуку чемпионата размером 125 сантиметров поймала ирландская двойка на, если я не ошибаюсь, то на джерк. Причем это у них был один экземпляр всего, то есть, ну, их экипажу удалось поймать одну щуку. И они с этой одной щукой там заняли, по-моему, какое-то в личном зачете во второй день или второе место. То есть, ну, очень высоко были в протоколе. За счет того, что именно 125 сантиметров в квадрате, это получилось, как, грубо говоря, там три зачетных щуки хороших, 60 сантиметров. Что касается нашей командной работы на этом чемпионате, то у нас было все отлично. Мы работали очень слаженно, было полное взаимопонимание. Каждый выполнял свои задачи очень четко, качественно, грамотно. И не было никаких там, никто не тихарился где-то, то есть не прятал никакую информацию. То есть у нас как бы было все очень честно, красиво. И благодаря нашему плотному, честному общению вся информация потихоньку складывалась квадратик за квадратиком в нашу пирамиду. Как бы. Очень много сделал как бы Олег Коноваленко по подготовке, поездке. То есть мы абсолютно не думали там о том, о каких-то бытовых вопросах, там, что там мы будем кушать на ужин, грубо говоря, там, либо там за те же карточки там, и все остальные вопросы. То есть, в принципе, было все очень продумано, хорошо. Также хотелось бы отметить Андрея Красовского и Андрея Мельника. Они, в принципе, на предварительную тренировку ездили за свои деньги. То есть, это за что им большое спасибо. Также хочется отметить наших спонсоров. Это компания «Статус», Украинский профессиональный банк и Федерация рыболовного спорта Украины. Организация чемпионата мира французами была очень на хорошем, высоком уровне. Понятно, что Французская Федерация только в том году первый раз участвовала в чемпионате мира. И, конечно, они организовали чемпионат, будучи только на одном чемпионате мира. Ну, могли бы быть вопросы. Не было какого-то французского шарма или еще кого-либо другого. Бюджет был, в принципе, более-менее такой скромный. Но все было. Все было. Французы организовали чемпионат хорошо. И открытие, и закрытие, то есть вся официальная часть, организационная часть, особенно вопрос лодок был. Несмотря на то, что они были очень дорогие, точнее, можно сказать, было понятно, почему такие дорогие лодки. Потому что парк лодок был, но я в одном месте столько
таких оснащенных и таких рыболовных, по-настоящему современных, но их, говорят, называют басовые лодки, не видел никогда. В принципе, сколько я раз участвовал в соревнованиях, в том числе международных, впервые я столкнулся с такими шикарными лодками, как были в этом году во Франции. То есть были в основном всем предоставлены настоящие басовые катера с мощными моторами, там 100-150 лошадиных сил. Каждый катер был оснащен, как правило, двумя эхолотами, с, ну, качественными, с большими экранами. И также на носу каждого катера стоял электромотор с системой iPilot. Это электронный якорь, так называемый. То есть очень удобная система, мы вот ее оценили в полной мере, особенно при ловле на больших глубинах. Для того, чтобы лодку задержать на одном месте, не нужно как бы на лебедке опускать якорь на 20 метров и ждать 5 минут, потом его поднимать. То есть просто нажимается кнопочка, и электромотор удерживает лодку на одном месте. Если нужно вам перейти там на 20-30 метров, опять-таки нажимается кнопочка, и лодка медленно перемещается на это расстояние. То есть, ну, очень удобно. То есть мы просто были в восторге от вот этого iPilot'а. Ну, естественно, платформы, приподнятые для ловли на носу и на корме, то есть это понятно. Этот момент как бы очень сильно впечатлил лично меня. Здесь, ну, просто французы затмили всех. Поэтому неизвестно, когда кто-либо еще сможет повторить достижения французов в плане лодок. В целом, спасибо французам, что все смогли сделать, что все сделали. Все на уровне. Yeah.
Статус – це те, як тебе сприймають. Статус – це 21 міжнародна нагорода. Статус – це успіх.